Шикарное платье, мейк, прическа. Без всего этого невозможно вообразить звездную премию «Женщина года». Я здесь с некоторыми подругами и частью семьи из Великобритании. Я в восторге от того, что у нас есть такая девчачья вечеринка. Лондонская ковровая дорожка принимает всех желающих покрасоваться. Но больше всех в этот вечер блестит в прямом и переносном смысле Кейт Хадсон. Мама помогла мне найти свой путь, всегда была рядом и принимала меня такой, какая я есть. Не скупиться в комплиментах в адрес своей дочери и актрисы Голди Хоун. Это замечательно, вы только представьте, ваша дочь, она красивая, умная, успешный предприниматель, прекрасная мать, она прекрасная дочь, и на самом деле я счастлива. Кроме Кейт, получившей награду «Предпринимательница года», статуэтки достались Кейли Куоку как лучшей комедийной актрисе года, Сьюки Уотергаус «Она прорыв года» и другим умницам-красавицам.